октябрь 2011. США. 29-летний Крис Бернетт отстоял очередь в одном из манхэттенских банков, а затем передал кассиру записку, в которой сообщил, что у него есть пистолет и ему нужно немного денег. Грабитель позаботился о том, чтобы обезопасить себя, он надел перчатки. При этом камеры видеонаблюдения беспристрастно фиксировали его лицо. Крису понравилось. На следующее утро он снова решил наведаться в этот банк. Кто знает, может, он не знал о существовании других банков в округе, или же не хотел тратить деньги на дорогу. В этот раз навар составил 14 тысяч долларов. Крису очень понравилось. Банк передал записи с камер видеонаблюдения в полицию и местные газеты. Полицейские с утра дежурили в банке, предположив, что грабитель вернется в банк снова. И Крис не обманул ожиданий. Но на этот раз его задержали копы.